Сергей Маслюков хорошо знает, как нелегко быть отцом. Не просто родителем, но и правильным примером. На работе он начальник воспитательной колонии номер 2. Дома – любящий отец. Растить детей помогает дорогая сердцу жена. Ирина полностью посвятила себя дочкам и сыну. Старшая Диана сейчас учится в Витебске. Арина занимается в спортивном классе, а вот Ксюше ближе точные науки. Маленький Сережа пока ходит в сад, но уже проявляет сильный характер. Семья – слово с большой буквы, и которое имеет огромное значение для каждого. Потому что если бы не было семьи, не было бы какой-то ячейки стабильности и, как сказать, государства в целом. Потому что семья – это основа всех основ. На праздничный прием к председателю Бобруйского горисполкома собираются 12 семей. Среди гостей – и Маслюковы. В зале представители разных профессий, здесь же – многодетные. В прошлом году в стране утвердили новую дату, и уже 21 октября белорусы отметят День отца. А новая традиция – встречаться в уютной обстановке – зарождается в рамках недели родительской любви. Игорь Кисель не жалеет слов и искренне благодарит мам и пап за тяжелый, но великий труд. Какими горящими глазами сегодня детки выступали, как они благодарили своих родителей. Действительно, в нашей стране в преддверии этих двух праздников проводится ряд мероприятий. Мама – первое слово, нежное лицо, добрая улыбка. Рядом с ней даже самый взрослый человек снова становится ребенком. Но без папы крепкая семья невозможна, он защитник и опора. А детская любовь беззаветна. Прямо на приеме ребята готовят подарки родителям, подбирают детали для идеального сюрприза. Я сейчас сделаю вкусный букет для мамы. А для папы? Ну, для папы тоже. Ну, в общем, для всей семьи. Моя семья добрая, дружная, веселая, смешная иногда бывает. А чем ты занимаешься со своими родителями, с братьями, сестрами? Ну, в свободное время мы любим путешествовать по разным городам Беларуси, узнавать что-нибудь веселое и интересное. Нам с моим старшим братом надо делать уроки. А родители помогают уроки делать? Иногда. А мама хорошо уроки делает? Мама учитель, она очень хорошо уроки делает. Одни воспитывают музыканта, другие – спортсмена, третьи – начинающего ученого. Общий вклад родительской любви невозможно описать словами. Именно от мамы и пап зависит, какими людьми вырастут их дети и достигнут ли больших высот. Однако одно во все времена не поддается сомнениям. Семья – это крепость, семья – это дом. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.